Тень, мокротенище, вон все мокрое, и мы тут чапаем. Вон какая травища мокрая. Травища мокрая. Даже идти сюда не хочется, мокро, сыро. Все семена повысыпались, раскрылись. На какую пробует, то ли рыба, то ли какая-то склизь непонятная, лохматая. Сейчас, потом, когда буду вытягивать, покажи людям, как она. Будь в воде интересно. Сейчас, смотри, закидывай. Вон докуда, блядь, хорошо закинули. Видел? Ага. Тонет. Зацепилась? Нет. Видишь, как вот пальчиком стучёный. Видишь? Угу. Сам потихонечку кручу. Дрык-дрык получается. Или цепляется. Где она там плывет? Она чуть далеко. Короче, не видно, где она там. Сейчас будет, подожди. Я же быстро не пытаюсь. Надо помедленнее. Здесь мель, здесь ты никого не притянешь. О, видишь. Чуть-чуть цепляется за тобой. Мелко сильно, да. Тут такой жук может быть. Вон она, леска. Видишь? Нет. Вот самая, вот она. Я ее не вижу вообще. А, вон она. Вот она, видишь. Видишь, как она плывет. Как рыбка прям смотрится, аквариум. Аквариумная. Да. Гуппи. Это надо где? Чуть поглубже, якорь крутится. Вон туда поглубже. Сейчас и запутается где-нибудь, ага. Закинул. Я не открыл. Закидываем, раз, закидываем, два. Я не открыл, открыл резко. Вот такой. Хорошо летает. Хорошо летает. На-на-на-на-на. Как люди еще вокруг домов не настроили, вокруг этого озера. Смотрите, какая красота везде. Ну, это ж намывное озеро, искусственно созданное. Мелко. Мелко. Значит, надо уходить отсюда. Потом другое место пробовать. Вот там, где на... О, говорит, как красиво плывет. Гуппи. Давай. Рыбачок. Не, конечно, красиво-то красиво. Но здесь очень мелко. Здесь, наверное, купались все-таки люди летом. Здесь мелкота. Это где не на озере, на Орлике. А мы пойдем другим путем. Тара-та-там, тара-та-ра-та-тайрам. Тайра-па-пам, пара-пара-па-пам. О, какая ива свесила с ручки, свесила ножки. А шири-шири. Она у тебя за верх зацепилась, леску вверх. Кусты пришел. Побаловался, поигрался. Мормышку с этой, с рыбкой искусственной резиновой закинул на дерево. Ну, пошли домой. Хотя там люди
сидят, но там рыбаки, наверное, местные, они уже, наверное, давно сидят, и, может, часами сидят, с удочками. А мы пробовали на эту, на мормышечку. Ёб твою мать. Что-то опять не так. Ладно, собираемся домой.